Перед началом ролика я рекомендую вам взглянуть на один канал под названием Туземец. В основном автор снимает ролики по Ark Survival Evolved. Здесь вы сможете увидеть интересные гайды по поиску артефактов, интересных существ, а также битвы с альфа-боссами и многое другое, ведь канал только начинает развиваться. Хорошая картинка, отличный звук, оформление, да и в целом такой контент очень приятно смотреть, а тем более он еще и улучшается. Поэтому забегай, поддерживай автора лайком и скорее подписывайся. Ну а мы начинаем. Всем привет, дорогие друзья, с вами Мошт. И это Ark Survival Evolved. Находимся мы на сервере Аркхом, на PvP сервере, на карте Вальгуэро. И сегодня, друзья, я хочу показать вам, как мы с нашим трайбом сходили на босса. Как это было сложно, несложно. Сразу скажу, тут есть на карте гамма, также бета и альфа боссы, но... Фишка этой карты в том, что тут сразу три босса на одной арене. Это Мегапитек, Дракон и Мантикора. Они, в принципе, слабее, чем обычно, но проблема в драконе, который бьет уроном в процентах. То есть один плевок огнем это 20%. Поэтому нам с трайбом нужен был тег, и мы взяли самых слабых рексов, точнее всех наших рексов, потому что они все у нас слабенькие, и решили попытать удачу и пойти на босса. Что получилось, вы сейчас увидите. Приятного вам просмотра. Зачем? Все равно они умрут, пусть хоть потомство дадут. Are you ready? Guys, все готовы, да, все тут? Давай запускай уже. Тимофей, вон твой рекс. Чё, кто такой? Тимофей? Да. А. Как бы это логично не звучало. Lordship says a few words to the general public. Wait. Man, I don't know what to say. And I'm like, what more can I say? What more can I say? If green's the color of your money, then put that broccoli in my plate. I've been working really hard and giving y'all niggas a reason to hate. Got a meeting with success, don't waste my time, I can't be late. Hip-hop swats, nigga, terminating haters. Started in the breezes, now we ballin' like the Lakers. Back up on the scene. Rippin' for my team, rippin' off the industry, I'm on that Wolverine. Put me on vinyl records, cause we droppin' a classic. Niggas can't see me like Mr. Magoo with no glasses. Useless, anybody thinkin' that they beatin' us is crazy as Steven lookin' through a pair of binoculars.
Ну что, друзья, вот мы сходили на гамма-троицу, гамма-боссов, и в общей сложности тут получается 85 элемента, щит мантикоры, головы животных, три флага, плюс ботиночки мантикоры, вроде бы все. Там полезен, само собой, это элемент, ну и полученный опыт. Вот, я надеюсь, вам понравилось. Если это так, то, само собой, ставьте лайки, комментируйте, а также подписывайтесь на мой канал, на паблик ВКонтакте, Инстаграм, и залетайте в комнату Дискорда. А с вами был Мошт, всем пока, до скорых встреч!